Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Щодня з телеекранів, з засобів масової інформації від різних високопосадовців чуємо подібні повідомлення. Російська Федерація сосредотачує воєнну техніку в окупованому Криму в непосередственній близості від материкової України. Зокрема, про це повідомляє сайт «Інформаційний спротив». Наскільки актуальна зовнішня агресія в даний час для України? Про це ми вирішили поговорити із політтехнологом Олександром Ухмановським, якого запросили зараз до нашої студії. Доброго вам ранку. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами говорити от, доброго ранку один одному, коли відчуваємо ось таку загрозу? Ну так, в принципі, зараз ми можемо використовувати, ну, можемо відчувати достатньо спокійні відчуття і особо нічого не боятися. Це перше речення, заспокоїли, але ми на цьому не будемо завершувати нашу розмову, а тільки її розпочнемо. Отже, виходять ось такі повідомлення. Від кого ми їх тільки не чуємо, і тільки, здається, лінивий не обговорює, не висловлює свою думку, не пише великі і короткі статті з цього приводу, аналізуючи ситуацію. Хотілося б почути від вас аналіз, більш докладний. Ну, здесь достаточно сложно вести анализ, так как макрополитика – это вообще достаточно сложная вещь, а действия нашего соседа, как вы знаете, да, больше относятся, наверное, к психоанализу, к психиатрическому, чем к политическому. Тем не менее, можно сказать о том, что вот эта истерия, которая, да, очень-очень объективно накручивается, мы переживаем все, чтобы на нас не напали. Ну, она немножко преувеличена. У нас срабатывает инстинкт самосохранения, мы начинаем паниковать, мы начинаем переживать, а что же будет. На самом деле ничего страшного со стороны Крыма нас не ожидает, скорее всего. Пояснения всем этим событиям достаточно много. Скорее всего, это такая мультицелевая была акція, тобто преслідуюча достатньо много цілей. Тобто ми живемо в епоху інформаційних війн. І це одна із таких психологічних інформаційних акцій. Да, отчасти, да. Тим не менш, треба розуміти просто те, що дії нашого северного сусіда не завжди направлені на нас. Діло в тому, що такого роду события, коли придуманная диверсионная группа украинцев, действующая в Крыму, вот, и не отличающаяся мозгами, потому что любой военный человек, который почитает описание, как эту группу брали, вот, у него волосы на спине поднимутся дыбом, потому что так не делали даже в 19 веке, вот, не говоря уже про 21. Одна тільки помаранчевый намет чего вартий, да? Да, то есть там используют все фетиши, единственное, что, наверное, у этих партизан не нашли трусы в виде украинского флага. И визитку Яроша. Да, на груди причем. Вот. Но это все не для нас, вы понимаете, это все для их внутреннего потребления. Потому что внутри России это нормально воспринимается. Опять же, даже там многие не верят. Многие там не верят, да, но основная масса там съела вот эту наживочку. А если мы вспомним, что через месяц у них парламентские выборы, и необходимо, чтобы пропрезидентские их партии прошли хорошо. А если мы вспомним о том, что такого рода события используются российской властью для, ну, в будущем, потому что это очень неплохой такой задел. Знаете, там в 2018 году сказать, ну вот вы помните, в 2016 году они на нас нападали, давайте теперь пробомбим там Чернигов. То есть это все многоцелевые события, которые, ну, которые могут либо работать в России, то есть на внутреннего потребителя их, либо же дают возможность в будущем развернуть какие-то действия. Плюс Путин проверил на прочность Запад, а получится, не получится снять санкции, а получится или не получится продавить. Не получилось, хорошо, будем пробовать дальше. Плюс, опять же, он готовит для внутреннего потребления и для внешнего заготовку о том, что Украина не выполняет своих договоренностей, Украина агрессор и так далее. То есть он пытался разыграть эту карту, не получилось.
Тобто елемент інформаційної війни не вдалося перетворити в елемент звичайних бойових дій. Там, в принципі, ні, не вийшло. Поэтому как раз мы и можем ничего не опасаться, потому что мир среагировал очень четко, Совбез ООН среагировал очень четко в нашу пользу, поэтому у северных соседей нету никаких сейчас шансов вот безнаказанно нас напасть, а поэтому пока что этого не будет. Как зреагували украинцы, украинская влада, пересічні громадяни, чи достатньо дали відсіч цій інформаційній агресії? Ну, если судить по информационным материалам, то, естественно, проблема привлекла внимание журналистов. Власть, на удивление, все, в принципе, среагировали, хотя бы сделали какие-то публичные заявления. Вот, о военной подготовке лучше спрашивать у военных. Но, насколько я знаю, это определенным образом активизировало вооруженные силы. Говорят про размещение зенитных установок как раз на нашем юге. Вот. Если говорить про общество, то опять же, да, это всколыхнуло кого? Патриотически настроенных, да? Проукраински настроенных украинских граждан, как это не смешно звучит. Ну и точно так же это сепаратистов обнадежило определенным образом. То есть, в принципе, по большому счету ничего не изменилось. Зрозуміло. А ось такі загрози, як звичка нападати до Олімпіади або псувати національне свято, День Незалежності України, що можна сказати з цього? Ну, вони якраз зараз і підгадали, опять же, під Олімпіаду з цією провокацією. Тобто Путін поки що своїм традиціям не зміняє. Но надо, опять же, понимать разницу между той же Грузией, маленькой страной, которая, в принципе, не имела влияния на мировую политику и была все-таки остро, вот, и Украину, которая уже 2 года как в центре внимания всех политиков и СМИ мира. Опять же, Путин и хотел проверить, какая будет реакция, на чью сторону станут. То есть мир, к его сожалению, показал, в принципе, единство. Особо, конечно, вот особо интересно и цинично их потроллили США, которые, в принципе, сказали, и в этом-то и проблема с Россией, то, что мир не признал оккупацию Крыма. То есть де-факто, де-юре, весь мир считает, ну, кроме Северной Кореи, что Крым – это украинская территория. Поэтому как бы Украина, которая совершает диверсии на украинской территории, ну, это внутренняя проблема Украины. Понимаете? Поэтому, когда он увидел эту юридическую бесперспективность каких-либо попыток навесить на нас террористическую деятельность, то, естественно, он отступил. То есть, еще раз говорю, это, скорее всего, больше акция была направлена на российского пользователя. Потому что россияне, в принципе, устали от украинских событий. Очень давно у них, в принципе, снизился накал, снизилось число публикуемых материалов про Украину. Так, ну, тільки сьогодні читали статистику, що вже втрачається інтерес до українських подій. Да, безконечно голодному чоловіку не можна повторяти одно і те ж. Вот, поэтому они немного встряхнули, напомнили, террористическая угроза – это то, что близко каждому россиянину. Там, кто там был, тот знает, что во многих городах до сих пор достаточно высокие степени уровень безопасности, металлоискатели, полицейские с автоматами и так далее. То есть обращение к терроризму, к Чечне, к тому, что еще раз то, что потрясает Россию периодически, это очень близко каждому русскому. Вот, на это бьют. То есть из украинцев теперь пытаются тихонечко делать еще и террористов. Бойтесь. Вже були фашистами, вже були бандерівцями. Ну, да, ми були на своїй території, а тепер показують, що ми настільки от плохі, що ми ще можемо прийти туди. Смотрите, Путіна підтримуйте партію, яку потрібно, інакше прийдуть злі бандерівці з автоматами вже в Ставрополь, в Крим і так далі. Як діяти Україні?
Тому що такі, мабуть, акції подібні, вони, ніхто від них не застрахований і надалі. Несомненно. Ну, в даному випадку Україна діяла дуже правильно. Зробили заявлення, причому роблять заявлення до сих пор, обратились за допомогою по дипломатическим каналам к основным странам мира. Привели войска в боеготовность, но они и так были. То есть самое главное, то, что сделала Украина правильно, это она начала кричать на весь мир: посмотрите, что творят соседи. Мы ни при чем, это наглая провокация. Мы не террористы, мы этого не делали. Хотя деякі політики навпаки нагнітали обстановку. Да, но основная масса украинских политиков и как государство Украины, то есть информационную политику вело правильно. То есть, чтобы не напали, нужно кричать: люди, помогите, посмотрите, что он делает. Так і було. Далеко, а ми тут в Миколаєві. Скажіть, будь ласка, от наші зараз миколаївці дивляться нас. Чи потрібно тримати на поготові якийсь тривожний чемодан, тривожну валізку, там, аптечку, все таке? Як говорять умні люди, ніколи не помішає. Ну, вдруг ногу розоб'ють, а тут йод. Тому тривожний чемоданчик завжди... І аптечка. І аптечка, да, завжди понадобиться, мало ли стихійне бедствие, либо же техногенная катастрофа у нас. Вот, в заводике еще остались. Чу-чу-чу. Вот. А в остальном, что касается там вторжения бронетанковых колонн братского народа, я не думаю, что в ближайшее время этот сценарий актуален. Поэтому, в принципе, мы можем спокойно догуливать лето, отдыхать на море, вот, и смеяться над очередными придумками с распятыми мальчиками и диверсионными группами в Крыму. Дякую вам, Олександре, заспокоїли.